Компания Element TM предлагает новинку в сфере солнечной энергии. Это тены для бойлеров Atlantic, Ariston, Thermax, Горения, Electrolux, Polaris и другие, работающие напрямую от солнечных панелей. На бойлер Atlantic устанавливается тен на латунном фланце. Он крепится к прижимному фланцу и помещается в бойлер. Мы же предлагаем тены на фланце из нержавеющей стали марки 304. На фланец установлено два тена для подключения постоянного тока от солнечных панелей с напряжением 48 вольт. Наш фланец идентичен родному прижимному фланцу и без проблем станет на бойлере Atlantic. Мощность тена в 1200 и 850 Вт. Контакты усиленные, покрыты хромом. Это флажки с резьбой М4 под винт, так как ток потребления будет до 25 ампер. Клеммы ПАПа просто не выдержат такой нагрузки. Преимущество этой конструкции в том, что энергия с панелей напрямую идет в бойлер, без потерь на преобразователях и инверторах. И пока светит солнце, бойлер будет нагреваться. Мы можем установить тены любой мощности на 12, 24, 48 вольт и выше для постоянного тока. Или же установить два тена. Один тен для сети 220 вольт, чтобы работал в стандартном режиме, а второй – вспомогательный, для постоянного тока от панелей. В одном из следующих видео мы покажем, как от такого тена греть не только бойлер, но и подогревать ваши батареи. Мы установим мощный тен, подключим его к солнечным панелям и сделаем замеры потребляемой мощности и эффективности такой системы. Заказать такой тен можно на нашем сайте elementtm.com.ua или по телефону 050 631 97 99, а ссылка на наш сайт находится в описании под видео.